Всем привет! Понедельник у нас сегодня. А ощущение вроде выходной, да? То есть суббота как будто. Я не помню я... ощущение, я же не отдыхаю. А, у тебя ж пары. Точно. А этот, что хотела сказать? А, сняла двадцатку со стенки наконец-то. Назара еле разбудила. Встал уже? А с кем ты? Боже, какой-то псих. Машет мне, уйти, уйти, уйти. По телефону разговаривает и машет. Прям интересно, с кем это он разговаривает. А Лучик мне не давал видео монтировать, да? Да. Пока в клетку Вика тебя не занесла. Да. Мешалкин такой. Да, мой холюсий, ты мой холюсий зайчик. Полетал немножко, еще вечером тебя Сережка выпустит 100%. Огонь небольшой. Назара, когда есть пельмени, он кроме пельменей ничего больше не ест. Ну, а что ты посолить теперь соусом сверху? Соус отдельно. А, ты отдельно будешь? Посолить сейчас будет. Ну, давай. Открывай крышку. Открываю. Сейчас будет опасно. Ай! Зачем? Ну, зачем ты такое делаешь? Мастерски посолил. Хорошо. Закрывай, пока мы взорвали. Все, а что у тебя это уроки, когда следующие? 15:00. Ясно. А у Вики уже пара бы закрылась. Клубничка. Так, а я в магазин. Думаю, что сегодня готовить вам. Котлетки с пюрешкой. Ой, не, не хочу котлетки, надоели. Манку. Манку? Манку. Я думала, может, блины? Ой, ну да. Блины с манкой. Да, точно. Ну то, як придумаю. А давай блинчики-то длинные. Тройную порцию. В смысле длинные? Тонкие ты хотел сказать? Ну да, тонкие, длинные. Ну да, да, блинчики. Тройную порцию. Да не. Двойную. Одну порцию. Да ну, одну порцию. Ну что ты бегаешь туда-сюда? А что, снимай меня, я крутой. А ты видел свою песню в Ютубе? Нет, молодец. Умничка, он так это записал. А ты, кстати, сдал уже? Подправлял? Ну, он присоединился. Ну, теперь отправляй. Рубрика «Что купила?». Все, что позаканчивалось. Подсолнечное масло, лук, сметану. Сметану не знаю, что купила. Наверное, может, друг дрюны захочу пожарить. Хлеб, молоко. Ну, то есть сметана не... Ой, молоко, кефир. Это на блинчики. Тоненькие. Ой, так. Макарошки. Это будут по-флотски сегодня. И сегодня же и блинчики будут. Так, сыр, масло бы позаканчивалось. Сода тоже. Вика в ванную всю соду выкинула. И мы остались без соды. Поэтому купила. Соль у нас тоже на исходе. Пачку купила. Сахар закончился. Купила. Ну и яблочки деткам. Чуть-чуть витаминов. Все. Скоро буду готовить, начинать. Потому что кроме пельменей борща ничего нету. Непорядок. У нас с Викой процесс идет. Я уже фарш сделала. А тебя не получилось. Ты ходишь тут. Ага. Назар? Ты, а мне или Назару? Назар. Ну, смотри, так это сейчас, ты же помнишь, так всегда пока руку набьешь. Я не виноват. Так, пока я тут жарю, шкварю, и это Вика уже блины жарит. А Назар у нас тут пасется и выхватывает блины. Да, Назарушка? А у тебя уроки уже закончились? Так. В общем, наколотили с Викой двойную порцию, уже чтобы все ели и наедались, потому что их вечно мало, этих блинов, правда? Ну да, двойную. Так, и поставила на макарошки сразу же. Назар у нас хватун, блин. А ну, чтобы я тебе не мешала. Вот так нормально? Наша астронавта ребенок есть.
Боже. Какой ты смешной. Ага. Обхохочешься. А где здесь же бутылки лежали? А уже все, там уже кастрюльки поселенные. А где? Вот там. Да. У нас уже готово. Готовы макарошки. Вот такие. Вики уже горка блинов, конечно, не знаю, это мы будем их до ночи, наверное. Хотя уже половину выжарила, да? Не так уже много, как кажется. И плиту еще помыть останется, и все. И наготовлено. А как ты будешь их жарить, мне интересно? Сырое я не разрешаю есть тесто. Почему? Нельзя сырое тесто кушать. Чуть-чуть. Одно яйцо это уже не чуть-чуть, сынок. Мама, все нормально. Я пожарю. Хорошо. Делаю. Хорошо. А у меня перерывчик. Сейчас Вика еще чуть-чуть пожарит, потом я встану жарить. Причуханчик у меня такой кухонный. Поварихи. Ну, вот только достаточно. А что там? Жрали трусить будем. Гипсокартон. Вика идет гулять. Сережа с Назаром идут наушники забрать. Назар забыл вчера в гостях. А я остаюсь дома. Я за месяц стекла повесила пакет. Теперь у меня стеклопакет. Че? Я ведусь, думаю, что там за пакет. Вы пешком пойдете, да? То ты хоть позвони Косте, шепчи. Я Вике назад крючок перевесил, ты заметил? Да, заметила, спасибо, умничка. Я думаю, что туда просто надо полегче ключи вешать. Я, например, свои буду вешать. У Вики тяжелые, пусть она на мой. Я новый. А, ты новый повесил? Да, я ту, которая отдер? Была. Отдер и... Ага, ясно. Ну тогда да. А то там было курили и не хотела бежать. Ну да. Вот и собака порвила все. Угу. У меня, кстати, самый кривой крючок. Ничего страшного. Почему его так криво? Кто? Я. Кто она такой? Мой это я. Мой перфекционист недоволен. Мамочка. Давай, иди. Че ты эту кофту носишь короткую? Это та польская, которая... Да. Никак... Большая. Но она была большая, когда мы ее привезли. Ну, ты же видишь, как он тянется. Ну, ее уже надо это выкинуть. Есть же нормальная размером кофта. Я ее рамочку себе повешу, как знак с самого лета. Хорошо, все, иди в чем. Человек, ты не так привязан. Привязан. Ой. Идите, гуляйте. А где какая-то утомленность? Что я то выздоравливаю, то не выздоравливаю. Мама, больше пить и лимон. Меньше. Витамин С. А завтра я иду уже татуаж делать на 8 утра. Классно. Болить горло. А це це. У нас уже вечер поздненький. И я дожариваю эти блины. Вика немножечко не дожарила. Тут оставалось. В общем, дожариваю. Достала. Назар наколотил наколотил тесто, которое для грибочков. У мамы моей узнал рецепт. Вот, и немножко наколотил, только ж у нас нету формочки для этих грибочков жарить. Я не знаю, сейчас как блинчики попробую пожарить, хотя они должны вот в подсолнечном масле как бы окунуться, вот, можно их любой формы. Сейчас будем что-то коломутить с Назаром. Понаколотил, так сильно хотела, теперь что с этим дальше делать? Мама, думай, решай, называется. Вот такими, смотри, вот такими блинчиками я твое тесто жарю. О, прекрасно. Оладушками, вернее. Да? Пойдем? Бабу, мы из твоего теста сейчас блинчики делать будем. Ну да, что ж ты так сделал и не подумал? Я подумал. Ой, что они подгорают быстро. Да они, по-моему, реально как блинчики. Ну да.
Ну, на вкус будут как грибочки. Те, что бабушка тебе обычно готовит. Да, вот эти грибочки, они не мягкие. Примерно такие. Ну, по вкусу точно будут такие. Слышишь, мам? Угу. Слышу. Этот рецепт же проще, чем для блинчиков, да? Да не. Да. Ну, в смысле проще? Его же мало получается. Зато нам ничего практически не надо. И все, три блинчика. Три блинчика. На, пробуй. Так, у меня еще такая гора комом. Что это такое? Это те, что это мутанты. Не получилось. Это мутанты. Угу. Все, садись, кушай. Боже мой. Ладно, пусть подостынет сначала. Ну хорошо, пусть подостынет. Все, ребятки, поздно уже. Всем пока. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.